На заседании правительства губернатор рассказал и о кадровых перестановках. Теперь вместо одного заместителя будет трое. Первый из них – Андрей Емельянов. О его назначении мы уже говорили ранее. Сейчас политик является действительным государственным советником третьего класса. В послужном списке Емельянова – работа в посольстве Российской Федерации в государстве Израиль, администрации президента России, Федеральной таможенной службе. Теперь на новой должности Андрей Емельянов будет курировать вопросы образования, молодежной политики и культуры. Вторым зампредом стал Иван Егоров, действующий министр экономического развития области. Курирование медицинской отрасли, медицины по формированию планов и мероприятий по актуализации системы здравоохранения нашего региона. Я причем поручаю до конца недели, мы с вами должны сделать на усиление и настройку Министерства здравоохранения нашего регионального и синхронизироваться с Федерацией, синхронизироваться с Москвой по выпуску актов, которые касаются борьбы с коронавирусом. Третьим заместителем стал Иван Жарков, также действующий министр, но только имущественных отношений. Его задача – усиление работы в отношении сохранения природных ресурсов. Это вопрос актуализации использования лесного хозяйства. Мы уже достаточно перевели земель сельхозназначения, и эту работу продолжаем. Гослесфонд. Это все должно выйти на рынок и быть предоставлено на льготных условиях тем предпринимателям, у которых есть официальные предприятия по имущественности, по переработке на территории Тверской области. И наша задача тех, кто сегодня работает в серой зоне, вывести в нормальный легальный бизнес. Каждый из министров уже приступил к своей работе.